Сьогодні секретар РНБО Олексій Данілов склав свій прогноз на 2023 рік, і він стверджує, що наступного року українська армія піде у великий наступ. Це не перший топ-посадовець, хто робить такі прогнози. Нещодавно Кирило Буданов, очільник розвідки, зробив подібний прогноз, але Данілов каже, що в цьому має допомогти західне озброєння, яке ось-ось, за обіцянками західних партнерів, має надійти. Чи поділяєте ви ці прогнози, і чи можете ви їх трохи деталізувати? Они в следующем году, вы, наверное, проговорились. В 23-му. Перепрошую, так, в 23-му. Да, в этом году, да, есть этот прогноз, он понятен, логичен, есть определенные стратегические направления, которые выбраны уже украинскими войсками, украинским генштабом, исходя из той карты боевых действий, которая сложилась. Это отрезание группировки Крымской, Херсонской от снабжения с россиянами, то есть где-то выход на побережье Азовского моря, исходя из замысла главкома. Дальше уничтожение группировки уже и Херсонской, и Крымской группировки россиян. А после этого такое же отрезание, только уже Донецкой группировки от российского снабжения с выходом тоже на где-то на Азовское море, только уже за Донецкой группировкой, ближе к России. То есть, скорее всего, выходом на Луганск из-под Сватова, дальше на Краснодон, на Таганрог. То есть и такое отрезание возможно от российских поставок, а дальше уничтожение уже Донецкой группировки. Это все можно сделать где-то в течение по пару месяцев на каждую из локаций, то есть 2 месяца Херсонская, Крымская группировка, 2 месяца где-то работать по Донецкой группировке. То есть в этом году, ближе к концу весны, к началу лета, ну где-то к концу весны, можно выполнить такого рода действия, если будут поставки вооружений тех, которые заявил, о которых заявил как минимум Залужный недавно, несколько недель назад. Нужно несколько сотен танков, тяжелых танков. Нужно несколько, почти до 1000 бронемашин, 1500 стволов и, естественно, боеприпасов к ним. Сейчас есть видна динамика, которая увеличивается поставок, эта динамика растет. То есть мы прекрасно видим то, что нам ту номенклатуру, которую нам показывают даже просто в информационном потоке, а есть еще та, которую нам не показывают, есть еще закрытые определенные темы, о которых мы, может, и не узнаем, по крайней мере, пока это вооружение не выйдет на поле боя, не начнет работать. То есть даже из того, что уже видно, определенные партии беттеров, бронемашин, определенные партии и количество снарядов, которые передаются, ракет, определенных систем, говорит о том, что нам начали передавать в больших количествах, по крайней мере, по номенклатуре, судя по номенклатуре, в больших количествах начинают передавать наступательное вооружение. Это как раз для того, чтобы выполнить вот все то, о чем говорит и Данилов, и Залужный, и наши генералы, и Сырский, и тот же Наев, то есть весь генералитет генштаба готов выполнять определенную задачу. Нужны просто средства. Силы есть, нужны средства. Средства передают, я думаю, 23-й год как раз выполнит эти задачи. В течение 23-го года будут выполнены задачи выхода на границы 91-го года. И, в принципе, можно говорить, уже будет разбита российская армия. Ну а дальше начнется длительный процесс. Он может растянуться на несколько лет, на десяток лет уже развала, распада Российской Федерации, удержания нашей линии фронта вдоль нашей границы 91-го года с Россией. Это около 1000 километров. Но это уже долгоиграющий, тянущийся процесс. Мы будем в нем участвовать, конечно. Будем удерживать эти орды распадающейся России, но они уже будут не такие опасные, как сейчас. Ну, але ви сказали ключову тезу, якщо Україна отримає озброєння, ми достеменно не знаємо, що в яких кількостях отримує Україна, чи отримає, але от напередодні стало відомо, це офіційна інформація, що влада Сполучених Штатів і Німеччина нібито домовилися про передачу Україні, як повідомлялося, до 90 одиниць бойових машин піхоти Бредлі, Мардер, якщо я правильно вимовляю, і також додаткових патріотів. І для людей, які не дотичні до війська, поясніть, наскільки це суттєва допомога, а головне –
наскільки вона вже остаточно, скільки часу мине, коли вона остаточно вже потрапить до рук українських військовослужбовців, коли вони навчаться нею керувати, і коли це вже будуть якісь дієві результати на полі бою? Вторая батарея Патриот, которая будет передаваться уже Германии, это пара к первой батарее Патриот, которая уже начала свое движение в нашу сторону американской. То есть можно говорить о том, что уже наши партнеры, как минимум две батареи Патриот нам будут передавать. Это уже хорошее направление, по крайней мере. Если еще несколько батарей передадут, у нас будет как минимум один комплекс Патриот, а это уже очень мощная система противовоздушной обороны, которая прикроет большую половину страны, это как минимум. Даже одна батарея Патриот уже несет определенные положительные моменты, связанные с информацией, которую она будет получать. Естественно, будут раздаваться все системы противовоздушной обороны информации, которую батарея будет получать от спутников слежения военных, от системы АВАКС, это самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. То есть можно говорить о том, что и одна батарея, тем более две, уже будут, это начало закрытия куполом противоракетной обороны, уже натовским, пентагоновским, то есть то, что мы просили в начале прошлого года, no-fly zone, закрытие зоны, это очень большой плюс и понятная хорошая динамика как раз в системе противовоздушной обороны. А боевые машины пехоты и Брэдли, Мардер, которые передаются, Брэдли американская, Мардер это немецкая, это боевые машины пехоты, которые в основном выполняют определенные задачи при наступлении. Основная положительные моменты как раз именно в наступлении, то есть это машины, которые прикрывают пехоту, из пехоты делают мотопехоту. В каждой машине до отделения солдат может находиться, они будут закрыты от вражеских пуль, осколков. То есть это та машина, которая сопровождает, допустим, танковую роту, танки. То есть пехота не идет на открытой местности, а движется именно на боевых машинах пехоты. Сами боевые машины имеют пушки скорострельные, правда, малых калибров, это 20-й, 25-й, но тем не менее, то есть хорошая поддержка для прорывающихся танков при выполнении боевых задач на прорыв. И очень хорошие, особенно Брэдли, обвесы так называемые. То есть на Брэдли стоят противотанковые ракетные установки, ПТРК так называемые. Это практически гроза танков для противника. И есть хорошие обвесы, в том числе и на Мардере. Ну а Мардер сам по себе это практически пара ведущий танка «Леопард» уже немецкого. Я думаю, все-таки танки «Леопард» нам также немцы передадут. И вот «Мардер» — это будет тот довесок для работы танка, который необходим для того, чтобы прикрывать пехоту именно в наступлении. Вы думаете, что танк «Леопард» — это питание часу? Я думаю, вопрос этот уже решен. Скорее всего, он будет где-то в ближайшее время озвучен. Дело в том, что сами по себе боевые машины пехоты, они не выполняют задач танковой роты, допустим. То есть это больше все-таки машины сопровождения в движении, в наступлении. А без танков сами по себе машины БМП, их уже использовать в режиме обороны довольно-таки неправильно. То есть КПД очень маленький, у нее нет такой большой мощи, допустим, как у танка для того, чтобы работать в обороне. В основном БМП работают в наступлении для уже сопровождения действий танков, то есть этих машин, которые выполняют сам бросок и сам прорыв. А это уже машины, которые сопровождают пехоту, то есть передвигаются, перебрасывают пехоту за танком, прикрывая танки с определенных ракурсов. То есть это целый так называемый клин, которым уже выполняется прорыв или какие-то наступательные действия. В обороне эти машины, они в принципе не практичны. Раз дают такого рода машины для наступления, значит точно будут танки. Вопрос, какие, либо 116 абрамсов придут в Польшу, зайдут к нам, допустим, американских, или леопарды сразу будут переданы. Но это будет уже, я так понимаю, все будет решаться на Рамштайне,
я думаю, в ближайшее время мы услышим хорошие новости по поводу танков. Американські танки це Абрамси і німецький Леопард. Я просто скажу для розуміння нашим глядачам, що Україна дуже давно просить ці танки, але, схоже, це питання, яке лежить в політичній площині.